Черкесск на один день стал столицей добровольческого и благотворительного движения всего Северного Кавказа. Именно здесь прошла межрегиональная встреча Ассоциации благотворительных фондов и социально ориентированных НКО со всего СКФО и Республики Адыгея. Вы всегда оказываетесь там, где нужна помощь. Истинным примером сплоченности народов Кавказа, Карачаева, Черкесии, в частности, являются благотворительные акции, когда фонд оказывает помощь больным детям. Желаю вам, чтобы в ваших сердцах никогда не гас огонь сопереживания и сочувствия, не проходило желание помочь человеку, попавшему в беду. А еще крепкого здоровья вам и успехов. Среди обсуждаемых вопросов – совместные действия в условиях чрезвычайных вызовов, а также выработка общих критериев оказания помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Здесь, как отметили собравшиеся, уместным будет создание ассоциации благотворительных фондов всего Северного Кавказа. Создание ассоциации благотворительных фондов Северного Кавказа, они необходимы для того, чтобы была слаженная работа, командная работа, чтобы понимать, что в СКФО есть проблемы, которые мы можем решать только вместе. И для этой задачи мы собрались и в дальнейшем будем в этом направлении по воле Всевышнего работать и продвигать нашу деятельность. На встрече гости из других регионов СКФО смогли ближе познакомиться с работой Республиканской благотворительной ассоциации «Во благо», а также изучить на примере Карачаева-Черкесии опыт взаимодействия некоммерческого сектора и органов госвласти. Сегодня мы посмотрели, сейчас были у ваших братьев, у ребят, посмотрели вот эту зону милосердия, посмотрели, как они организуют помощь неимущим. Я был очень удивлен уровнем организации. Это же не только же организация раздачи помощи, это организация призыва на пути милосердия. Работайте, помогайте. Я думаю, что этот опыт нам поможет, опыт и то, что мы сегодня получим, перенести в нашу республику и реализовать это уже на территории нашей республики, как говорится, на благо уже наших жителей. Еще одна важная тема – внедрение системы «Доброфон», которая автоматизирует работу НКО и помогает им эффективнее оказывать адресную помощь. Эрнест Чуков, Мурат Кимрюгов, Архиз 24.